Всем привет, ребят, доброе утро. Вчера после трешечка нашего я обнул наконец-то 800 с вивом косилы. Это такое уже 800к рубеж пройден, проснулся, решил сегодня вам битву гильдии пройти, потому что не знаю, как вечером по времени будет, что мы будем делать. Вот такой вот кристальный. В принципе, относительно. Ну, здесь всегда кристальный крутой на английском сервере пират. Тоже, как обычно, топовый. Один из самых топовых для бездоната акций. Ну, как обычно, продают Розалинду, кучу всякой темы. Огник здесь сегодня за пак, я его уже забрал. То есть, ой, говорю, за пак, за полпака огники, куча камней, шоппинг спри, в принципе, тоже неплохая акция для доната. Ну, а у нас сегодня будет, как обычно, трешечок, битва гильдий, вот такой вот шоппинг спри, можно уже сегодня получить командору, продают за одну попытку. Ну, по сути, покупаете полпака, получаете 6 попыток, можете собрать там до 3 огников, это просто жесть, ребят. Так, окей, с этим разобрались. Поехали, 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 поехали. Посмотрим, что там у нас на битве гильдий. Уже начинает проходить. Первый слив есть. Ну что, можем его поздравить. Начало уже у него утро хорошее. Такс. 485. 548. Отлично, 524. Ну, 500-ки. Кидайте заявочки, вступайте. У нас активный набор. Места есть 62-75. Писать в ВК, куда видите. Пустые заявки не принимаем. Первые, ну, в основном у нас первые, бывают и вторые места, в зависимости от того, каких топов даст. В последнее время поднимаемся активно, поэтому топов нам дают неплохих. Так, ну у нас сегодня интересный, ребят, трэш будет. Мы будем сегодня проходить обалденнейшим героем для битвы гильдии. Думаю, знаете вы кем. Это будет Ронин. Но Ронин будет непростой. Ронин будет золотой. Так, а ну без места кого взять? Место ворожая я сейчас поставлю. В общем, я прокачал 20-го Ронина. Вот такие вот у него статки. Вот такая вот у него сборочка будет. Нестандартная сборка. Рунами у нас будет новый талантик. Так, здесь у нас, конечно, пиромах. Это классно, но сейчас попробую хранителя леса. Хотя, возможно, мне и хранитель леса не нужен будет. Мы и так сможем ушатать. Пройти отражалки не будет, но ему нужен хоть какой-то отхил, по сути, потому что я сейчас ему поставлю Феникса. Ну, отлично. Давайте так временно пока поставим. Четверки нам пока хватит. Такая вот сборка. Ставим ему питомца и go. Потестим его на максималке. Так, окей. Куда мы идем? А мы идем на слив. Так, Guild Wars. Смотрим 548, 528. Начинаем с него и двигаемся дальше. Так, что тут у нас? А у нас тут дырочка есть. Мы любим с дырочными делать. Так, ладно, заходим отсюда. Пойдем попробуем через лазулю. А у него еще и забор ломается. Это ужасно. Так, ну тут хрона, к сожалению, нет. Я хотел бы, конечно, через хрона забежать, посмотреть. Ну, 53%, посмотрите, как он быстро набирает и легко. Ну, сливают. Как видите, а, вот у кого-то, кстати, отражалка сливается. Ну, 67% он сам фактически половину базы раздолбал. То есть вот два героя, там огник такой вот, и это и все. И, в принципе, вся битва гильдии ваша. С ничего, скажем так, сложного нет. Огника они убить что-то не могут. Странно, короче.
Ну, в принципе, неплохо, конечно, но получается, что у нас надо найти сейчас кого-то с отражалкой. Какого-то бы Асуру, Хрона, было бы неплохо. Огник. Опять же, тоже нет. Ну, поехали сюда, будем пробовать. Я просто поставил проклятый доспех для того, чтобы если будет сейчас отражалка какая-то, потестить. Ну, как видите, ну у нас еще и плюс урон добавился. Такс. Его заблочили. А ему все пофиг. Ну, жизни, как видите, у него в разы стало больше. Урона тоже у него немерено. Поэтому его тоже просто так слить, как раньше, не получится. То есть... Единственное, что его надо хорошо дамажить. Но опять же, по нем надо попасть. Поэтому, мне кажется, можно смело качать ему прорыв. Если есть доспех, ставить доспех. Ожога 9 вполне хватает. И он будет просто на ура соло выносить. На добивку там кого-то взять еще. Это, в принципе, думаю, не проблема. 92% ему еще один раз ударить. Говорили, там башни, это будет печаль. Вот вам пример того, что это все фигня. Давай, давай, давай уже бей туда, куда надо. Ну вот и все. Второй. Готов, поехали дальше. Так, что тут у нас сборная солянка. Поехали. Нам это уже не страшно, честно говоря. 20-й прорыв. Он здание у вас будет выносить. В принципе, стычки. Вот, отлично, Фрейка. Сейчас мы попробуем поводить. Ай-яй-яй-яй-яй. Не поводили. Ну, 81%. Опять то же самое делаете. Выпускаете там огника, либо кого-то на добивочку. Все. То есть самое главное, чтобы он набил там 50-60%. Дальше у вас есть куча разных героев, куча возможностей. Вы можете его резнуть. То есть, по сути, я не знаю, чтобы слиться таким составом, я уже даже не знаю, что надо делать. Так. О, кстати, хрон, отлично. Вот это отлично, ребятушки. Сейчас постараемся на хрона забежать. Думаю, это будет очень интересно. Так, смотрим, будет по 9000 или нет. Так, Фрая уже долбит. Был хрон и не стало хрона. Посмотрите на этот урон. Ну, конечно, урон бешеный. Но попробуем сейчас его завести сюда. Я начал бить эту фрейм. Это нереальное, что-то я вам говорю. Это просто жесть. Такая сборка. Фрей по нем попала два раза, и пофиг, он дальше себе отхилился. И опять же, она его стычки не вынесет. Ушатал он Фрей. Я думаю, наверное, сделать вам обзорчик на него. Пишите комменты, если хотите увидеть его на максималках, что он может. Так. Ну, это, конечно, круто. Так, добили, отлично. Ну, как видите, может он будет теперь и на PvP локациях еще нормально себя показывать за счет жизни. Так, 485, 501, 430. Значит, бьем этого следующий 501. В общем,
Ролинг как остался топовым, так и остался для битвы гильдий, для прохождения, для без доната, для доната. Прокачали и никаких проблем нет. Ну, посмотрите, он ту ратушу, блин, с двух тычек вынес. Вот она имба, ребят. Посмотрите, что стоит. Он просто тупо стоит в центре, ему насрать на этих героев. Просто пофиг. Да, по нем там попадут сейчас, но попали. Ну, 80%. Потом только чик, 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 чик. И все. И вся битва гильдии пройдена. Ну, что я могу вам сказать? Вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе. Как говорили, не кажи го, поки не перехрестишься. Вот это оно. Это ужасно, ребят. Это ужасно было. Но мы все равно не слились. Ждали слива, да? Но ни хрена. В общем, вот так вот здесь зафармили, поехали еще быстренько. Я зафармлю на китайке. Потому что не знаю, как будет со временем. В любом случае, это было весело. Я надеюсь. Ну, в общем, прокачка мне понравилась. Если вам тоже понравилось, пишите плюсик, пишите комменты, лайки, и будем его тестить вечером. Так, поехали на Китайку. Глянем, что тут у нас на китайском сервере. Так, продают талантики. А ее, кстати, так и не продают. Видимо, отдыхают китайцы у нас сегодня. Так. Две карты смены получили. Окей. Поехали посмотрим, что тут у нас. Сейчас яички заберем. Так, отлично. Тут поспокойнее будет. 97, 74, 51. Красавчики. Я, кстати, не посмотрел, сколько мы там набили. Так, 417, 470, 500, 480. 550, ну короче 500 так всех валим. Тут все сняли. Все как всегда, короче. Скучновато пока на китайке, нету дефов. Все поснимали, все отдыхают. Так, первый готов. Дальше. Развлекаемся как можем, в общем. Второй. Так, третий. Минотавра поставил. Ничего себе. Ну ничего себе. Посмотрите, что там делается. Ужасно просто. Так, отлично. И тут кто-то был посильнее. А, не было. Короче, пьем этого. 524 и... И все будет хорошо. Идем посмотрим, сколько я там все-таки набил. Потому что, думаю, многим интересно, сколько. Можно было силу поднять еще выше, пройти. Но не стал сейчас заморачиваться над этим. Да и времени особо нет. Так, итого. Итого здесь мы имеем 6500. А что мы на английском имеем по силушке сегодня?
Тун-тун-тун-тун, роблю посілушки. 7731. Ну, у меня нету сильных противников, к сожалению. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.